Это один из самых легких и тонких смартфонов на данный момент. Каких-то 158 грамм массы и 6,81 миллиметра толщины. Рад представить Xiaomi 11 Lite 5G NE. Внутри этого красавца установлен Qualcomm Snapdragon 778G. В переводе на понятный язык это плавная работа и высокая производительность. Плюс ко всему у него есть поддержка 90 Гц. В целом вся его начинка это самый свежий сок. Поддержка Wi-Fi 6-го поколения, топовая версия Bluetooth 5.2, поддержка сетей 5G и так далее. При этом есть и все самое необходимое. NFC, ЭКО-сенсор, поддержка двух сим-карт и это только начало списка. 6 или 8 гигабайт оперативной памяти на выбор, поддержка быстрой 33-ваттной зарядки, стереозвук, основной модуль камеры с разрешением 64 мегапикселя. Все это не только есть. Xiaomi 11 Lite 5G NE.